История о том, что Николай Бондаренко собрался стать соперником на выборах в Госдуму Вячеславу Володину, нынешнему спикеру Госдумы, началась еще в феврале этого года. Дело в том, что Вячеслав Володин является депутатом Госдумы по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163. И, соответственно, у Бондаренко, как у жителя Саратова, есть, как говорится, все, скажем так, все географические основания для того, чтобы стать его соперником. Но и несложно понять, что сразу началось, как только Бондаренко заявил о таком намерении. Я детально раскрыл эту ситуацию на моем канале на Дзен в специальном цикле статей. Но о том, насколько ситуация стала напряженной, говорит, например, название одной из них. Николай Бондаренко, к маю меня хотят посадить. Конкретно Николай Бондаренко заявил на своем канале на Ютубе, я немного сокращу цитату. Из Москвы на днях приезжало очень высокое руководство. Проводилось закрытое заседание «Единой России» с единственным вопросом, что делать с Бондаренко. И высокие руководители сказали, к маю посадить. Это все затянулось, поднадоело, и с этим нужно заканчивать. Но и нужно сказать, что на фоне того, что посадили Алексея Навального, а также условного приговора Николаю Платошкину, все это выглядит очень и очень похожим на правду. К этому нужно добавить, что Саратовская областная дума, а Николай Бондаренко является ее депутатом, сразу с места в карьер обвинила его в коррупции. И обвинение это было, безусловно, смехотворным. На взгляд думы, коррупция состоит в том, что Бондаренко имеет монетизированные каналы на Ютубе и получает с них доход. Вот такая вот коррупция. Тем не менее, Дума на полном серьезе направила такой запрос в областную прокуратуру. Параллельно началась кампания федеральных СМИ по дискредитации Бондаренко. Но об этом лучше подробнее почитать на моем канале на Дзен. Как я сказал, там детально все расписал. Постоянная ссылка на мой канал на Дзен есть под роликом. Но здесь, наверное, нужно еще добавить, Единая Россия и в этом случае действовала, как и всегда, в своем репертуаре. И вот на тебе. Совершенно неожиданный оборот. На днях Вячеслав Володин заявил, что он принимает вызов Бондаренко и более того. Если Бондаренко коммунисты не выдвинут по указанному 163-му избирательному округу, то он обратится в КПРФ со специальным письмом. Конкретно он сказал, поскольку нет у него, Николая Бондаренко, другого выхода, только ко мне в округ, только ко мне. Мужик сказал, мужик сделал. Вот что он сказал. Нужно пояснить, Николай Бондаренко сегодня второй по популярности политик-блогер у нас в Российской Федерации, второй после Алексея Навального. На его каналах сегодня на Ютубе более 1,5 миллиона подписчиков. Для сравнения, у того же Николая Платошкина на его канале на Ютубе чуть более 600 тысяч подписчиков. Сам Николай Бондаренко прокомментировал данное заявление Вячеслава Володина так. У него появилась надежда, что его таки не посадят. Вот этот комментарий. Однако, анализируя свое положение, конечно, я не могу и не подчеркнуть такие, преимущества, что ли, которые теперь, наверное, будут иметь место быть, меня, наверное, теперь, скорее всего, не посадят, потому что с уголовной статьей на выборы не пускают, да? Что здесь можно сказать? Конечно, Вячеслав Володин поступает достойно, особенно на фоне действий. Лично Путина и Единой России против Алексея Навального и Николая Платошкина. И подобный поступок, безусловно, заслуживает уважения. Хотя, конечно, теперь очень многое будет зависеть о том, как Единая Россия будет проводить предвыборную кампанию Володина. Но это лично мое мнение. Честно, Вячеславу Володину у Николая Бондаренко выборы не выиграть. Номенклатура совершенно не готова к этому новому явлению, политикам-блогерам. Кроме того, ясно еще одно. Выборы нынешние в Госдуму обещают быть уникальными. Все-таки Володин, как ни крути, но четвертый человек в государстве. И с какого боку не смотри, но предвыборная борьба с четвертым человеком после Путина, Мишустина и Матвиенко и простым блогером – это в нашей политике явление совершенно уникальное. Хотя, конечно, оно, безусловно, закономерно. Блогеры на глазах все вернее становятся реальной политической силой, становятся благодаря интернету. Ну и думаю, нам всем будет очень интересно понаблюдать за этой, скажем так, дуэлью. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики.
какие именно вы видите на конечных заставках?